Около полумиллиона человек вышли на митинг против терроризма в Барселоне. Так испанцы почтили память 16 жертв атаки ИГИЛ на улице Рамбла. В марше под лозунгом «Я не боюсь» принял участие премьер-министр Испании Мариано Рахой и глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт. К митингующим присоединился и король Филипп VI. Впервые в истории испанский монарх пришел на демонстрацию. Мы должны сказать, что не боимся. Впрочем, это может случиться с тобой в любое время. И становится страшно. Но страх нас не победит. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны показать, что жизнь продолжается.